хотим сегодня, такой знаменательный день, поприветствовать наших новых, наш новый тренерский штаб. Вот, и очень приятно, что начало сезона происходит с представления тренеров и вместе с болельщиками, потому что это очень, мы для этого и создавали наше кафе, чтобы мы могли как можно ближе общаться с тренерским штабом, с футболистами и с руководством, чтобы быть единой командой, которая хочет добиться больших результатов и, соответственно, радовать себя, радовать наших детей, наш город. Хочу представить своих помощников. Вам, наверное, интересно, кто они, что они. Евгений Песоцкий – это мой одноклубник. Мы играли вместе. Я уже был действующим игроком, то есть стабильно играл в основном составе. Женька начинал по молодости. И как бы наша карьера продолжалась вместе. Поэтому мы с детства, то есть с молодости знакомы, как игроки друг друга играли, поэтому он находится в тренерском штабе. Также хочу представить своего помощника Роман Романов. Это воспитанник Запорожской академии футбола. Вместе мы работали в детско-юношеском возрасте. И потом сотрудничали вместе на уровне «Металлург Запорожья». Он был моим помощником на протяжении 5 лет. Мы работали вместе. Поэтому он тоже является моим помощником. И, естественно, я, как главный тренер, вот наш тренерский штаб. Наскільки ви вже визначились з основним складом? І хто, наприклад, з воротарів буде number one? Сейчас могу сказать, в последние дні трансферного окна, то есть есть перед началом сезона, команди укомплектовуються, хто-то укомплектован уже на 100%, хто-то на 70%, хто-то на 80%. Ну, ми ще держим. Скажем так, руку на пульсе, понимаем, что на сегодняшний день некоторые команды и некоторые игроки еще не определились своими клубами. Это команды, которые в высшей лиге, игроки претендуют на какие-то места в высшей лиге, но по каким-то причинам могут не попасть. Поэтому, скажем так, мы укомплектованы на процентов где-то 85%, и вот эти где-то 15% мы оставляем на вот эти... На вот эти ситуации, когда игроки не договариваются по контрактам, хорошие игроки, которые не могут договориться по условиям, или их не устраивает та игровая практика, которую могут предложить команды высшей лиги. То есть и в последние дни трансферного окна мы надеемся, что, может быть, есть возможность подхватить каких-то хороших футболистов, которые не определились со своим клубом. Как бы, вот поэтому мы говорим, что 80-85% мы укомплектованы. По основному вратарю мы еще не определились, потому что эти ребята, объясню почему, эти ребята были вне игровой практики в прошлом сезоне. Они сейчас набирают, и практическая у них получается, практика у них в играх получается, и... из двух кандидатов мы должны выбрать перед игрой. То есть это не столь важно. Оба готовятся, и оба сейчас номер один для них. Они оба сейчас номер один. Мы перед игрой сделаем выбор по каким-то психологическим аспектам, по ситуации, проанализировав ситуацию, мы выберем, кто будет номер один на игре. Вы увидите. З головним тренером зрозуміло, а ваші заступники, хто, власне, за що буде відповідати, щоб, можливо, трошки про себе розповісти? Я воспитанник Запорозької школи з Дюшор, з 6 років займаюся футболом, закінчив школу в 96-му році, мій перший тренер. І ми були перший випуск у Рудика Олександр Павлович, кстати, Євгеній Валерійович теж випускник цього тренера. Ну, потім грав. Пригласили меня в Никополь, играл в молодежном составе там. В дальнейшем потом был период работы в футбольном клубе, Андрей Анатольевич рассказал. Непосредственно мои функции – это как бы непосредственно подготовка аналитического обзора команды соперника, аналитика своей команды, непосредственное участие в тренировочном процессе, подготовка к тренировочному процессу, ну и всевозможные дополнительные функции, задания, которые дает Андрей Анатольевич. Воспитанник запорожского футбола,
тренер, как уже Рома сказал, это Александр Павлович Рудыка. Профессиональный футбол у меня начался с Металлурга 2, с 2004 года. И по 2014 год, 10 лет, я отдал запорожскому футболу. После этого у меня произошли определенные проблемы в спорте со здоровьем, из-за чего мне пришлось закончить с профессиональным спортом, как футболистом. Профессиональная моя карьера вот уже продолжается здесь, в «Металлисте». Я очень рад, я очень доволен, что главный тренер дал мне такую возможность с ним работать. Для меня это очень приятно. И все знания, которые у меня были на протяжении моей футбольной карьеры, мне тренеры давали. Я буду стараться воплощать это в этой команде. Мои функции также в этой команде зависят, не зависят, а формируются так. Моя часть – это подготовительная часть тренировки и работа с группой атаки. Вот это я за это отвечаю. Все мы принимаем коллегиально, обсуждение. Роман занимается более углубленным аналитическим анализом. Евгений занимается с группой атаки, подготовительной частью. Работает над индивидуальной работой в функциональном, в атлетическом плане. У него есть хорошие знания в том плане, что он сам прошел через это, провел через свой организм подготовку спортсменов. Я имею в виду в плане атлетизма. Это направление Евгений чуть упустил, он стесняется чуть-чуть. Он очень хорошо владеет, и мы хотим, чтобы наши футболисты были атлетами. Вели единоборство, боролись. Атлет – это не тот, который 2 метра и там, 100 килограмм, 100 килограмм мышц. Атлет – это тот, который ведет единоборство и достойно ведет. Он может быть и 1,70 м, но он должен быть мускулатурно сильно сложен, атлетично развит, чтобы мог вести на протяжении всего матча единоборство. Поэтому Евгений тоже закрывает этот вопрос по атлетизму. По вашему мнению, в этом сезоне будет ли очевидный лидер? Кто может претендовать на повышение в классе? Насколько конкурентно способен будет «Металлист-19»? Да, по сравнению с прошлым сезоном все кардинально изменилось. Были лидеры такие, как Колосков, Оливка претендовал, Днепр, ярко выраженный лидер после второго круга, Волынь, Луцк, «Металлист» был в призерах, который претендовал до последнего. Я был в этой команде и заканчивал сезон вместе в тренерском штабе помощником Александра Горяйнова. В этом сезоне все кардинально изменится. Останутся претендовать на место высшей лиги. Это Волынь, Луцк, это Ингулец, это Рух. Не знаю, как Николаев. В финансовом плане они подтянулись. То есть мы понимаем прекрасно, что финансовая составляющая команды – это определенная высота, которую хочет добиться команда. И это одно из составляющих успеха. И мы понимаем, такие команды, как «Рух» сейчас очень прилично добавил, пригласив очень опытного тренера, «Волынь», «Луцк». Я сужу не потому, что там я знаю, а потому, насколько на трансферном рынке агрессивно ведут себя команды. Это говорит о том, что у них финансовая составляющая. То есть вы сами понимаете, что такое игрок и команды первой лиги. Игроки между собой общаются и все прекрасно там знают, например, да, там денежная команда, там образно «Рух» дает столько-то, столько-то. Все футболисты раз туда побежали. Там, поэтому я говорю, что на сегодняшний день вот эти команды, которые агрессивно ведут себя на рынке, они подтверждают то, что они ставят высокие задачи и будут претендовать на выход в высшую лигу. «Металлист», на второй вопрос. «Металлист» – конкурентоспособная команда. Для нас стоит поставлена задача выхода в высшую лигу. Мы руководствуемся тем, что мы будем идти от малого к большому. Мы не будем бросать там шапками вверх, там мы там самые сильные. Мы будем ставить задачу побеждать каждый матч. И от этого идти к большому. То есть мы прекрасно понимаем, что нашу команду покинули ряд ведущих игроков в силу причин финансовых, в силу причин аренды позаканчивались. Кто-то переманил более богатые клубы.
наших игроков. Кто-то ушел, побоялся конкуренции, подумал, что может быть в других клубах будет полегче. Поэтому мы сейчас создаем новый коллектив, и наша задача привить футболистам дух победителя и стараться в каждом матче побеждать. И от этого тогда уже будем идти дальше, дальше, дальше ставить задачи. Питання від газети «Гол». Наскільки задоволений тренер комплектацією команди, чи чекати ще нові прізвища в команді? І хто буде найпринциповішим суперником М19-25 в новому сезоні? Команда «Металіст», як я вже повторився, ми ще процентів на 15 хотілося б ще поповнити ряди опытными футболистами, потому что у нас очень много ребят, которые сидели в прошлом сезоне, а сейчас они становятся игроками основного состава и претендуют на место в основном составе. То есть просто так, как бы сидя на лавке и за месяц получить игровую уверенность и уверенность в своих силах, это как бы тяжелый процесс. Но мы идем к этому, некоторые ребята уже это освоили, у них начало получаться. То есть о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что ребята, которые были, сидели на лавке в прошлом сезоне, сейчас они являются игроками основного состава. И поэтому они сейчас проходят второй путь перерождения, скажем так. Металлист, то, что мы ждем еще некоторых игроков, которые могут появиться на нашем небосклоне, мы будем очень рады опытным игрокам, чтобы подтянуть нашу молодежь. І третій вопрос какой там? Принциповий суперник Металісту 19-25 саме в цьому сезоні. Принципіальних суперників, як такових, ярко виражені лідери, це принципіальні суперники. Це Інгулець, Рух, Волинь. Ті команди, які ставлять задачу виходу в вищу лігу, вони є, це не секрет, вони працюють вже довго в одному составі. І це принципіальні суперники. Всі остальні команди, практически первая лига. Тут уровень футболистов, он чуть-чуть ниже, чем в высшей лиге. В высшей лиге чуть-чуть класс преобладает. Поэтому каждая игра, любой соперник может обыграть любую команду. Спасибо.